Быть животворным ручьем, родником, помнить о паше засохших деревьях, через бруи в Ираке пройти прямиком, точно Голгофе, необразной, древней, выправить вовремя стежки дорожки, ямы соблазном заметить, отметить, их не забудь с благодарностью, с дрожью, кто попадет в них, зато нам ответить. Наш виноградник сулит ли надежду, бродит ли сок, обещая вино. Пусть в моей жизни горбатые вешки будут примером, смотрящим в окно. Первопроходцам труднее и опасней первоапостольский труд возродить. Яркие звезды столетия не гаснут, у мореходов они впереди. Вспомни, сидел ли у ног Иисуса, жадно внимая его откровению. Разве душа не сказала, что вкусно, слух твой отверзся, открылось и зрение? Грудь распирала ли радость сообщения с тем, кого любишь, навек возлюбил? Ты, Иисусов, отныне не чей-то, здесь твой родник из-под плит вдруг забил. И ты не просто скиталец, а вестник. Ты не паломник по древним святыням, не монастырские мощи и плесень. Слово живое удел твой отныне. Сам ты иконой Спасителя станешь, всем колокольным набатом вещать, жить не своей хлебной, убогим питанием, весь целиком, и какая-то счасть. Ревность о деле Дух Божий подаст, с плачущим плакать к себе примиряя, радуясь теми, в ком сгинула страсть, это и есть быть достойными рая. 4 января 2005 года.